Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Вуди, Энтер, и сегодня мы обозреваем карту Микропран 3. Варкап под номером 184. Карта, опять же, очень старенькая, 2005, да, по-моему, года или 2007. Прислали очень. Карта 2005 года. Прислали очень много-много демок. Карта достаточно интересная. Вроде бы. Есть несколько вариантов, так что будем смотреть. И Эндер на этот раз покажет нам первый, потому что он ее не зарулил, как обычно бывает. Да. Ну, что тут можно сказать? В самом начале мы видим то, что мы появляемся. Перед нами есть рокет, ХП и две брони. 200 ракет. Значит, можно ими, наверное, спамить. Но не очень много, потому что хватит их на... Но не на очень много выстрелов. Здесь у нас такая большая комната на старте. Причем старт не вот здесь вот начинается. Здесь можно по ней ходить, прыгать, распрыгиваться. Делать джампы. Да, там наверху вроде бы ничего нет интересного. А вдруг там телепорт на финиш? Да нет, вроде нет еще. Залезал туда. Ты оп словил. Вот. Ну что ж, подбираем все, что нам дают, и сначала потихоньку будем двигаться вперед. Вот здесь заметно то, что начинается старт. Причем он много раз начинается, то есть. Ну, ТР есть. Да, есть. Да, что. Можно. В онлайне, да, можно пересекать границу несколько раз. Здесь у нас вода, да, в которой можно плавать. Здесь никаких кнопок нету, вроде бы ничего нету. Секретиков не спрятано. Из воды можно выпрыгнуть, это неплохо. Сбоку и не обойти. Можно перепрыгнуть. С ракетами, которые есть. Дальше. И дальше мы видим... Глаза. Вот. Да, глаза и вот такую типа рампы, и вот две дырки наверх, как это сказать. И расположены они прямо в углу, и в принципе это, наверное... Угу. Достаточно неудобно, я думаю. Вот. И, наверное, туда можно как-то подниматься с рокета. Это такие щиты, причем они не к стенке придвинуты. Сейчас я попробую просто залезть. Оп! Оп-оп-оп-оп-оп! Нифига! Нифига! Я не думал, что у тебя получится. Ну, получилось. Я аж забыл, что сказать. Там дали, видимо, кучу скорости, бфги, и позволили залезть наверх, где нас телепортовало в следующую комнату. Да, дали хп, дали броню. Да, у меня сейчас скорость кончится, но ладно, я придумаю что-нибудь. Читер. Я придумал, говорит. Здесь у нас, значит, тоже такая большая-большая комната. С кучей всяких глаз, которые по бокам выступов. Нам дали кучу бфги, и ну и скорость у нас там 20 секунд, по-моему, было. Так, что дальше? Ну, наверное, ее надо где-то здесь юзать, или в ту стенку, или в эту, или в общем куда-нибудь. Ну, не знаю, пройдись там. Оп, отобрали. Оп, отбирают, значит. Вот гады, вот здесь у меня взяли, отобрали все. Вот, наверное, вот две полоски где-то. Угу. Там не дадут. Нет, по-моему, нет. Нет, ничего не дали. Дают, значит, бфгу только в том тоннельчике, да, и там отбирают ее тут. В принципе, все. Угу. Вот, дальше что у нас? Такие подъемы. Оп, мне дали скорость, хп и броню. Куча всего. Так, что мы здесь видим? Здесь мы видим бат, это вот, квад. Квад. Угу. Квад. Здесь такие кнопочки. Вау, это телепорт. Воу, джампады, да. Прикольно. То есть я вроде бы ничего не кликал, не тыкал, просто прыгнул на них, и меня подкинуло сначала на один джампад, на второй, и я подобрал 10 ракет. Прямо на рокет, да. Да, чтобы было заметно то, что он там висит. Вот. Ну, что дальше? И, наверное, ну, так как у меня до этого не было оружия, нужно сначала подобрать рокет, потом взять вот этот вот квад и с ним залезать наверх. Так, ну что, попробую. Сейчас еще разок. Давай. Беру этот рокет, беру квад и залезаю наверх. И квад кончился. Который, наверное, был задуман самим маппером, я так понимаю. Да. А в эти вот дырочки нельзя попадать? Вот эти? Ну, да. Нет?
Там даже стрелять нельзя, видишь? Не, можно стрелять. Нет, ну как бы выстрелы, видишь, они где взрываются, они не пролетают насквозь. Да-да-да, но это очень хорошо, в принципе. Угу. Это значит, не будет нам мешаться. Вот, здесь у нас тоже можно, ну, как бы клипом закреплено неплохо. Здесь. И дальше вот открылась дверь. И закрылась. И типа и все, и не открылось, не открылось. Да, больше. И все. Ну где-то триггер, значит, расположен. Да, значит, где-то вот здесь вот находится триггер, который нам открывает дверь. Чтобы туда пройти, надо, наверное, быстро-быстро прыгать туда. И вот в это да и проскакивать. И обратно уже не вернуться. О, да. Ладно, что поделать. Опа, еще одна большая комната. Что поделать? Да, еще одна большая комната с такими крутыми синенькими. Фиговинами? Я не знаю, что это. Шейдеры крутые. Все светится. Там какие-то фараоны в воде стоят. Да, ну ты? Ну да, ты же. Ой, там клип, к сожалению. Но... А это рампа сликовая, да? Или да. Ну вот видишь, фараон, и вот он в воде как бы. Офигеть, нормально. Вот раньше карты, да, делали, запаривались. Просто да, вот выглядит классно, такой. Все светится, все, да, прикольно, синенькие. Да, очень классный дизайн. Раньше делали, а сейчас что, 3 текстуры налепили, вот тебе и карта. Тут заметно то, что вот здесь вот нам дают много-много ракет, неуязвимость и скорость. И все, да. Нет, скорость не дают. Да, эта штука у нас засликованная, то есть по ней даже... спокойно можно подниматься. Угу. А, скорость дают почему-то только один раз. Ну ладно. Вот еще одна дверь. Ну я еще вернусь. Так, здесь в принципе больше ничего нечего показывать. Так, оп, и тут еще одна нам комната. Дают гренки. Да, здесь нам дают гранаты. Вот здесь все отбирают. Отобрали все. Все, что можно. Здесь лежит граната, ХП, броня. И такая большая комната, в которой находится... Что, это джампад? Нет, не джампад. Это типа слик. Типа, да, типа рампы. А по этим можно бегать? Почему? По трубам? Или что это? Почему? Ну, вот эти трубы, трубы. Да, по трубам, наверное, можно. А по ним наверх, наверное, не забраться, да, по ним-то? Да. Ну, ну, я головой буду биться, то есть здесь надо постараться, чтобы забраться. Угу. Вот, и наверх, наверное, надо как-то... Ну, либо на скорости прыгать вот сюда и залетать туда, короче, там, либо использовать вот эту гранату. Так, вот берется рокет. Врезается наверх, и здесь еще один телепорт. Воу-воу. Значит, здесь нам дают плазму, неуязвимость, квад и скорость. Mm-hmm. Я не знаю, кикнуть его, что ли? Да пусть... Пусть прыгает. Вот. Значит, и вот такая вот комната, в которой... который нам, видимо, надо подниматься наверх. Значит, мы здесь подходим вперед вплотную и начинаем залетать наверх. Что у нас? Тут, видимо, нам нужно вот через эту яму перелетать, переключаться вот на заднюю вот эту стену и по ней залезать вот туда и выше. Здесь у нас, в принципе, ничего интересного нет. Сейчас еще раз попробую. Не получилось. Не хватило. И финиш. Пройдено. 7 минут 48 секунд. Пробую, наверное, пройти чуть-чуть. Более. Ну как проходил, да. Ну, вот я... Много тут дорожек всяких можно найти. Первый, ну чёрт. Да, вариантов много. Да, ну, самый первый это... использовать рокет здесь в самом начале. Обо все, что можно. Стрелять рокет в пол, в стены. Чёрт. Уро нет.
Опять залез. Здесь, вон, чтобы добраться до того рокета, можно несколькими путями это сделать. Не знаю, показывать. У меня сейчас все отобрали, мне, видимо, надо обратно возвращаться. Потому что куча буфыги, эту буфыгу надо реализовывать. То есть ей надо, например, здесь в пол стрелять, там, не знаю, в стены, во все, что можно. Если постараться, то здесь можно, в принципе, до этого рокета долететь. Да, но там очень хитрый триггер, который Enter, наверное, тоже покажет. Да, ну сейчас я тогда покажу. Сейчас я еще раз дорожку покажу сначала. То есть, что здесь можно делать вначале? Можно просто рокетами стрелять от этой стены, ну и от вот этих вот стен откуда-нибудь. Можно... Да. Можно стрелять... Ну, я делал рокетом отсюда, вот здесь вот, и рокет стрелял в пол до того, как приземлюсь. Чтобы приземляться вот сюда, и там два прыжка допрыгивать. Так вот, ну, да? Вот. Здесь большая проблема вот с этим, с этой фиговиной, которой головой стреляешь, врезаешься. Есть такой вариант, как стрельба наперед. То есть, вот типа того. И вот так вот. Воу-воу-воу. Ну, видишь, вот стандартная дорожка, типа, и даже ждать не надо. Все пропрыгивается. И вот, кстати, проблема того, что выход находится не впритык к стенке. Очень часто головой бьет, приходится биться. Вот, я, блин, надо было засейф позиться. Ладно, здесь сделаю. Ну, здесь либо как-то вот отсюда БФГ юзать и до этого ракета долетать. Либо прыгнуть вот к этой стенке, вот здесь вот БФГ заюзать, тоже вот так вот как-нибудь запрыгнуть. Но большая проблема, сейчас я альтабнусь, переключусь на экран, потому что у меня ОБС не хочет захватывать конкретно. И что же здесь мы видим? Вот он, в принципе, старт. Это клип на потолке. Вот мы здесь пролетаем. Здесь нам дают это скорость и вот они, две брони. Скорость мигует две брони вот этим триггером, который находится чуть выше этого пролета. Вот этот телепорт у нас дальше. Дальше нас он ведет. Ведет вот сюда. И вот мы здесь, в принципе, находимся. Здесь, если посмотреть вперед от того, как мы появились, то перед нами находится триггер, который триггер мультипл ничего не делает, который ссылается на вот эту коробочку, а эта коробочка это target init. Это у нас что? Отбор. Отбирает. Да, он отбирает вообще все. Не оставляет ни хп, ничего, просто все отбирает. И после него находится, значит, этот триггер, он, кстати, до потолка растянут. А вот этот триггер, который сбоку, он зелененький, это хинт, это просто, чтобы его прощало. А вот этот вот триггер желтенький, он не до потолка натянут, и он нам дает target give. И он ссылается на, значит, броню, мигу и скорость. То есть, если мы пролетаем после этой BFG вот поверху, цепляем потолок, то мы не цепляем вот этот вот триггер, который здесь находится, и нам не дают ни хп, ничего. В итоге есть... все отбирает еще. Да. То есть нам вот здесь вот отбирают все, здесь нам могут дать, могут не дать, в зависимости от того, как мы полетим. И вот здесь вот просто висит рокет без всяких триггеров, который просто висит в воздухе. Spawnflux 1.0. Вот. В принципе, ничего нет. Здесь всякие триггеры, которые нас кидают. И да, здесь больше ничего интересного нет. Так, дальше. Возвращаемся к игре. Вот, игра. Вот я показал то, что здесь да, триггеры. Две штуки. Значит, мы как-нибудь берем этот рокет. В крайнем случае бьемся об вот эти вот два джампада, берем рокет. Прыгаем или не прыгаем на эту... Прыгаем на...
квад, стреляем. Если мы быстро это делаем, то мы можем успеть еще второй раз квадом сесть, садануть куда-нибудь. А дальше, что хотелось бы показать. Здесь у меня тоже были проблемы, то что вот здесь вот, здесь есть триггер, который у нас... Дверь открывает. Да, открывает дверь. И он, кстати, не до конца. Он тоже, там тоже... Да? Да. Сейчас я еще раз вернусь на экран. Еще раз, значит, мы вот здесь вот пролетаем вперед. Нет, вот здесь вот вперед. Вверх. Летим, летим, летим. И вот здесь вот есть... Вот видно то, что есть дырка. Как бы в этом триггере. И если мы полетим близко к стенке... вот к этой стенке, то нам не дадут ничего. Что надо... А, дверь не откроется. И это раздражало меня, по крайней мере. Пару раз. Потому что на большой скорости я пытался проскакивать все это. 3 хп. Вот. Дальше мы летим вперед. Здесь нам дают неуязвимость. Куча ракет. Мы можем эти ракеты юзать во все стенки. Пролетаем дальше. Если у нас есть куча скорости, то мы втыкаемся вот в этот, вот в эту рампочку. Если у нас очень много скорости, мы можем с этой рампочки долететь сразу до вот этого телепорта. А если кто-то думал, как пройти быстрее, ну, например, использовать вот эту вот гранату, то это, к сожалению, не поможет. То есть даже если мы с рокета и пустим где-нибудь его наперед и постараемся залететь вот туда наверх. Здесь, кстати, высота такая немаленькая. Нет, там скорость слишком вот. Большая и... Ну, даже если ты пустишь рокет наперед и как-нибудь его здесь ловишь, то ты залетишь сюда, а вот дальше никак до телепорта не добраться. Поэтому выгоднее проходить через низ. То есть просто вот здесь вот биться лбом вот в эту, как сказать, рампу и лететь в телепорт. Ну или до рокета, если не получается телепорта. Вот. Ну а здесь самая стандартная дорожка. Здесь либо мы просто идем вперед в круге, либо если успеваем, можем здесь сделать об этот бортик даблджамп. Но мне кажется, не особо много дает это даблджамп, потому что у тебя квад на руках. Здесь, по идее, нужно, да, правильно переключаться. И вот здесь вот умудриться триггер зацепить. Сейчас еще раз покажу, как этот триггер выглядит. Опять. Ну, триггер там, по-моему, прямо вокруг этой, прям по форме он как будто высечен. Вот, мы летим-летим вперед. Здесь триггер нас отбирают. Все, этот триггер нам. Это вам тоже отбирают. А, попадаем вот в этот телепорт, который нас... Который тоже, кстати, этот телепорт не во всю стенку. Можно его перепрыгнуть спокойно. Он только шарик. Да. Так, и он нас куда-то вот по этой полосочке вроде бы ведет туда. Сейчас я посмотрю. Вот туда вниз. Здесь вот мы поднимаемся наверх. И финиш... Ага, финиш у нас тупо вот при пересечении границы этого восьмиугольника. То есть, сейчас вернемся к игре. Вот, то есть вот здесь вот начинается финиш. То есть не надо не обязательно подлетать никуда, и он почти до потолка вроде бы дотянут. Все нормально? Все нормально, отображается. Да. Ну и в принципе, вот она дорожка. Самая основная проблема была это подобрать рокет и с этого рокета как-то быстро-быстро проскочить до телепорта. А здесь, в принципе, эта комната очень простая. Первая комната тоже не очень сложная. Здесь мы или просто рокетами стреляем и взлетаем наверх, или рокет наперед, или тут в разные какие-то другие места можно стрелять. Я вначале пробовал стрелять вот, в пол, вот так вот. Тоже как вариант, в принципе. Здесь дело в том, что если мы начинаем стрелять где-то здесь, то мы не успеем добраться до рокета. У меня, например, получалось вот отсюда. Эх, и вот прям рокет я цеплял как раз. И триггер, который все двал, тоже цеплял. Да, тоже цеплял, я в ней прилетал. А если начинал заранее, то я в ней цеплял. Ну что, давай, тогда ты показывай, что тут крутого есть.
Ну что, типа, в принципе, да, дорожек очень-очень много. На старте я думал, как бы мне увеличить начальную скорость. То есть мне тут не хватало, и да, я искал лобы, думал отсюда как-то, отсюда ловить, да, ну, искал всякие варианты, в итоге забил на это все и пошел просто методом наковальни, да, как говорят. Я делал вот таким вот образом. Куча всяких этих, откуда только можно, бустов. Да. Я делал, в общем-то, вот так. Поэтому мне рокет наперед, в принципе, как-то и не пригодился. И в среднем, ну, у меня на демке другой роут немножко, более медленный, так скажем. Я вот именно таким путем, когда 2000, то есть вот там различие именно вот в этом рокете. Кстати, рокет, не обязательно было стрелять в рампу, которая спереди. Можно было также в стенку стрелять после рампы. Да, я так и делал, да. Ну, я попробовал, моей дорожкой получалось, что если стрелять прямо в рампу, то это быстрее немножко. То есть быстрее подлетал наверх. Быстрее, да. Я делал вот так вот. То есть я первый рокет, точнее вот этот вот рокет после воды первый, так скажем. Я его запускал немножко, придавая себе вертикальную скорость, чтобы попасть прямо под прыжок, под рампу. Ну да. Чтобы потому что чем ближе мы к рампе приземлимся, тем быстрее нам, у нас будет больше вертикальной скорости. Да. Но потом я в последний день, уже когда там доигрывал ее, я немножко изменил роут с рокетами со своими. И в итоге это было быстрее еще на сотку где-то, на 100, на 200. И, в общем-то, у меня рек, так скажем, далеко не предел там, поэтому вот так вот. Ну вот это моя первая комната была. Вторая, я тут очень долго думал, соображал. Я просто зашел на эту карту, я не демо, ну ничего не смотрел, карта старая, демки все, ну ведь есть где-то. Я и хожу, брожу, понять не могу. Смотрю, светильники какие-то, думаю, ну ладно, просто мешаются, типа лампочки. Типа рамп, которые там начали. Да-да-да, я понять ничего не могу. А потом такой, опа, ничего себе, нормально. Туда-сюда меня покидало. Ну, в итоге я разобрался, конечно, нашел этот рокет, который толком даже не видно. Потом я столкнулся, так же, как и Enter, я думаю, вот с проблемой этого триггера, который не полностью натянут. Который надо очень хитро зацеплять, чтобы и рокет взять, и триггер. И в итоге все получалось у меня кое-что сделать. Ну, да, я сразу, я не складом там буквально пару раз прошел эту карту. Я, в принципе, делал вот так. Я делал так, брал рокет, стрелял его где-то вот сюда, в эту область. Вот по этой дуге я как бы крутился, стрелял... А? Ноклип можешь включить. Да-да-да. Я забыл, что ты читер. В общем, куда-то сюда кидал рокет. По этой дуге старался, по крайней мере, по этой дуге повернуть. И следующий рокет приходился где-то вот либо сюда, как, ну там как получится. Ну да. Иногда, да. Иногда бывало скорости слишком много. В демке я вылетал, здесь вот 2000 у меня была скорость. Последние разы, когда я играл, у меня тут 2200, 2100 было, и когда я пересекал, триггер чек прямо вот тут вот находится. То есть ты вылетаешь, и он сразу цепляется. И я вот на этот триггер я ловил плюс 500, плюс 700 от своего тайма. Так что, как бы, ну, вот я, в общем, не добил ужасный, мне как-то прям даже неохота посылать его, наверное, послал. В общем-то, тут еще проблема в чем? Вот эти вот псы, так скажем. Они квадратные. Да, они квадратные, но по ним можно стрелять, в принципе. Но они очень сильно мешались. Иногда я вот эту статую юзал, когда мало скорости было. Ну, то есть я успевал по кулдауну выстрелить в нее. Было нормально. А очень часто, когда скорость большая, ты вылетаешь слишком сильно и просто врезаешься сюда вот так. И, ну, вообще не очень-очень. Ну и вот. Где-то у меня ничего нет. В общем, дорожка офигенная. Да, без квада проходил. Получается, вот тут вылетал. И тут рокет тоже по-разному получался. Бывало там, ты с 1000 вылетал, с 1300 было. Ну, тоже по-разному.
В последнее время все чаще и чаще получалось лучше. И в принципе тут у меня уже скорость где-то 2500, 2200, 2500. Я делал вот тут дабл джамп. То есть, ну, еще попасть взял. Надо. Да, да. Делал дабл джамп, стрелял об стену, летел сразу туда, там у меня уже где-то. Оп. Там, тут у меня где-то уже, ну, 2500 также сохранялось. Приблизительно я попадал прямо под рампу и залетал в телепорт. А, вопрос, ты тормозил на этой рампе или нет? Мне просто, сколько я не прыгал, я всегда лбом натыкался вот в эту стенку, которая спереди. Я пробовал в других дорожках, да. Я пробовал притормаживать до, там, не знаю, до скольких-то, до 900, что ли. Но не, все равно не успевал. Тут надо постараться, чтобы притормозить. Ну, вроде бы можно затормозить и без остановки влететь в телепорт сразу. Ну, вроде да, можно, но не знаю, я, честно говоря, не помню, зацеплял ли. Я помню, что я вылетал просто в потолок вот сюда. Ну, да-да-да, и через телепорт можно перепрыгнуть нафиг. Да, можно перепрыгнуть, но этой проблемы не было как такой, потому что я сильно врезался в потолок и не успевал перелететь. То есть я в потолок и вниз сразу. Ну, то есть, если скорости много, то там более-менее все удачно выходит. А здесь просто уже дело техники. Тебя этот момент тоже бесил, потому что тут можно врезаться вот в эту дырку, если слишком рано, слишком да, поздно. Можно, надо... можно и сюда не успеть как-то переключиться с этой стены, то есть потерять много времени можно на перелет. Можно головой врезаться в финиш. Да-да-да, тоже было много раз такое. Но все-таки, видимо, как-то за счет своего опыта я... Ну, не так часто это происходило, но рекорды из-за этого просирались, конечно. Давай, пройди пару раз. Ну да, так попробую. Ну, по-быстрому. Воу-воу-воу-воу. А, о, блин, офигенно. Это ничего-то не выстрелилось, не знаю. Ну вот, вообще-то, весь рот, по сути. Да, вот, вот видите, просто так, раз-раз и все, и на финише, и нет проблем. Ну да, да. Ну и здесь было, конечно, вот, на финише очень важно было с этого, с этой стеночки прямо вот зацепить, да, 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 прямо в краешек врезаться, потому что триггер прямо вот вокруг сделан. Угу. Вот, ну, вот, в принципе, да. О, прикольно. Ну что, давай демки смотреть. Ну давай посмотрим, да. Да. Так, ну что ж, как там, запись. Запись вроде нормально идет. Переходим к демкам. Варкап, варкап 184. Ну что, начнем с демок ВК3. Да, по традиции, хулиган топ-3, поздравляю, да, хулиган, красавчик. Демка за 41 секунду, посмотрим, плей. 41,2 почти, да, посмотрим, что он нам сделал, что, что, как он проходил. Рокет вперед, рокет вперед, два рокета вперед. Как попало, постоял. Вот, использовал эти... Как они сказали? Да, о, от передней. Это завязал. Да, от передней. Я... Ну, я вначале так делал, первый раз за два. До того, как придумал, что... А вдруг можно залететь сразу? Ну, с граната. Он еле-еле до ракета добрался. Да-да-да. За стопом можно стоять. Сразу не сразу получилось, к сожалению. И тут выкупли, наверное, сложно очень. Ну, там надо правильные градусы ставить просто. Ну да, да, выкупили 70... по-другому. 3.74, по-моему, около того. Ну, а в целом прошел очень даже неплохо, я думаю, без всяких затупов. Следующая демка. Kia Nex, Россия, Тольятти. Первый раз вижу этого человека. Вроде не было раньше демок. Нет. Нет еще. Нет, подожди, подожди, давай вместе. Ну давай, play. Я говорю, я вроде бы первый раз вижу этого человека, видимо, новичок.
Да-да-да, он как-то, ну, на стиме, в общем, у нас... Ой, как классно слови в вороте. Я пола хорошо поставил. Тут еще в ВП3 же не сразу переключается на БФГУ, там можно еще подождать немножко. Там тайминг номер 8, что там переключение у оружия. Использовал квад. Ох, врезался. Надо было чуть-чуть пораньше стрелять ракеты. В общем, чувак этот... О, залетел без гранаты, очень классно. Он первый раз посылает реально демку. Ну а что? На финиш. Очень даже, да? Без гранаты быстро, в принципе. Да. Ну очень вот... Да. Смущает меня демка Гризли быстрее, которая на 14 секунд. Да, ну он, наверное, постарался, чтобы быстро пройти. И, возможно, он даже срезал часть с джампадами. Посмотрим. Может Play. Быть, кстати, да. Он неплохо, кстати, Гризли... так. Да-да-да, Гризли вполне может, я думаю. Ракет наперед не стрелял. Хотя мог. Потом догнать. Сделал 2х, 3х. Хотя нет, джампады и дали. На, вот он как, не тебя. Да, 2х на... И у него 9 хп осталось. Да-да-да. У меня тоже там осталось, так же примерно. Оу, Рокет, что? Что? Откуда у него Рокеты? Еще раз. Значит, плей. У него... Либо он как-то... Либо он перепрыгнул... Он обошел зайди. Вот он стреляет, делает 2х, стреляет рокетом. Прыгает вперед, не зацепляет ничего, пролетает слеппорт. И вот здесь вот делаем помедленнее. Делает РЖ. А, в смысле, так он же подобрал тот рокет. Вот у него и был, он же взял его на платформе. И то есть их потом не отбирают после входа? Ну, видимо, нет. То есть... А, ну в CPM получается эти рокеты, CPM они вообще не подбираются, равно... они мимо пролетаются. Да, да. Вот. То есть получается, что люди, которые, вот два человека, которые играли, Киалекс и Хулиган, они либо не знали, что рокеты даются, либо подумали, что без них будет быстрее. Мне кажется, с ними побыстрее, особенно в ВК3. С рокетами? Ну, в ВК3, да, может быть, но в CPM. Мне кажется, они бесполезны абсолютно. Ну да-да-да, в CPM там скорости очень много. Ну что ж, переходим к демкам CPM. Да, поздравим Гризли, конечно, стоп-1 писал. Он, я комментарии почитал, в принципе, перед обзором. Он писал, что надо 23. Не знаю, каким боком, но надо. Да, может быть. Я не знаю, может, мне кажется, там в ВК3 можно постараться залететь сразу в телепорт. Правда, не знаю, насколько это... Реально? Ну там скорости надо. Нет, там реально это сделать. Надо просто рокеты хорошо разместить. Я не знаю, что-то они как-то. Там в середине это круглая платформа, которая еще облетать надо, хотя фиг знает. Так там пофигу. Ты рокетом от стены себя в другую стену потом, ну, диагонально прыгаешь и все. Ну, не знаю, надо было, видимо, в ВК3 тоже играть. К сожалению, не знаю, тот же Гризли, он жалуется, то, что, к сожалению, мало игроков, всего 3 демки прислали в ВК3, а CPM вон сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, еще 2 инвалидные. В общем, во сколько, в 5 раз, или если не больше, демок CPM, чем в ВК3. Присылайте демки в ВК3, это несложно, видите? Даже, не знаю, какой-нибудь... Почти кто угодно прошел бы его первый разок, занял бы сразу второе место. Да. Сразу топ-2, пацаны, изи вообще. Играйте, шлите демки, посмотрим. Да. Ну что ж, начнем с CPM. Демка Римыча. Посмотрим, плей. 37,9. Очень серьезно. Последнее место. А кто у нас последнее место? 14. Использовал две ракеты наперед, не очень хорошо их словил.
на моей сборке играет чувак. Не схватил Рокет. Да, проскакивал два джампада. Ну и не получился Рокет. Джамп еще. Даже Слик использовал. У него много ракет, почему он их не дает? Я видел, как он Слик использовал. Да. Мне что так смешно стало. А можно мы еще раз посмотрим? Эй, Римыч, ты че? Римыч. Ой, у него, смотри-ка, у него этот, мой конфиг, у него тайминг этот, CFG by Woody. Чувак, поменяй DF name, Римыч. Римыч, я тебе, если не забуду, напишу беседу. Слик от бога. Ну, Боку... так смешно. Я не знаю. Как корова на льду. Да ладно, ладно. Так, ну что ж, следующее. От Демки из Беларуси. Демка за 36. А, Демка, слушай, а ты же этот БГ был, по-моему, нет? БГ Демка. Честно, не помню, не скажу. 36,6. Чувак, если ты посмотришь это, да. Это, напиши, быстрее например. На полторы секунды, посмотрим плей на 1.3. На 1.3, в принципе, уже хороший такой разрыв. Ну, я посмотрел там все демки с таким разрывом, вот, ну, побольше всяких, как минимум. Очень большая класса у демки. Он словил отлично. Два рокета. Да, немножко завтыкал, конечно, с рокетом, который отобрался, и он как бы выстрелил. Ну, кажется, снеса прям очень большая. Ну, почему то Может, Зет послал? Запрыгнул нормально вперед. Очень долго, можно сказать, то, что он в середине, после того, как использовал квад, он очень много просто выиграл с использованием оружия. Можно было спокойно в любые стенки пострелять и быстрее добежать. Да, ну я думаю, что этот Дэм или не Багели. Ну, Дэмка, в общем, какой-то старичок. Он давным-давно играл, потом забил. Я надеюсь, что это камбэк такой. Ну, в принципе, прошел, да, неплохо, но единственное, да, не использовал все возможности, чтобы курить. Меддамп из... Как это? Дуракляндия или как это назвать? Дуракляндия. Давай. Быстрее на 2 секунды почти, на 1.8. Посмотрим, что нам этот чувак показывает. 1000 от верха стрелял. Получилось у него использовать очень-очень мало хп. Очень мало хп. Один хп у него оставался, я не знаю, как он. Вот, он использовал здесь рокет. Да, два раза успел хват использовать. 55 осталось, 14. Просто болезнь ножа по ней ходит. О, с рокета сразу запрыгнул. Да, сразу залетел. Кстати, кажется, в ВК3 можно было так попробовать. Да, я тоже так думаю. Ну, единственное, вот угол плазмы и БФКи не очень хороший. У него плазма была там 50, 60, с чем-то 64 вроде, а БФГУ он вообще видел, как в туннеле деле как-то забирался. Ну да. Так, ну что ж, демка Кеанекса, Россия, Тольятти. Посмотрим, 35. Mm-hmm. А, это второй раз. Да. Подожди, мы лишний... А, он в УК3 еще послал? Да, он в обе физики послал, это очень похвально, кстати. Да, похвально. Посмотрим, плей. Демка за 35. Быстрее на 4 секунды, да? Без рокета наперед. Уже не получше. Стрелял от пола. Да, он при старте. На старте сразу использовал рокет. Я не знаю, сколько демка считается, там, по-моему, рандомный оп. Да? Да, он когда падал на квад, он рандомно его словил. Он же его не использовал. Я знаю, что не использовал. Легитимно, пусть. Ну, по сути. Ну да, ну ладно. В принципе, неплохо, в принципе, пройдено. Но смотри, если в будущем, если ты смотришь этот обзор, вот, на будущее, если
видишь такие рандомные оба, лучше не присылать, ну, лучше записать другую демку или отослать другую. Потому что на том же DFWC такие демки будут нещадно резаться и будут не примут ее. Да. Вот. Следующее. For Astahe. Или... Может, как-то расшифровать? Не, For Astahe. Не, For Astahe так и будет. Хорошо. 27,5. Быстрее еще на 3 секунды. Посмотрим. Play. Тоже, по-моему, один из немногих раз разов, когда он послал дым. Тоже моя сборка. Да, у него ракет залетел. Неплохо. Ракет в пол под классным углом. О, вообще, ты видел это? Да, офигеть, офигеть, офигеть вообще. Два раза использовал квад. Еще 200 с квада. Ну, тихонечко проходит, как бы, чтобы наверняка. Видно, что не рискует. В принципе, залез, добрался. А, ты смотри, вот у него же отобрали сейчас. Ну как отобрали? Он же подобрал. Почему отобрали? Он же подобрал плазму, он же даже обратно-то и не это. Не попробовал ведь переключиться. Он сразу после выхода из телепорта, у него не было ракеты. Так он плазму, потому что подобрал автосвич. Так сначала у него отобрали ракеты, потом она подобрала плазму. Давай я сейчас быстренько просто переключусь на... Радиант. На радиант. Долечу до этого места и посмотрю, как там триггеры устроены. Чтобы такой проблемы не было. Понимание, как это все работает. Так, где мы находимся? Так. Это комната. Да, вот эта комната. Мы облетаем вот это вот все. Летим вверх. Вот этот триггер нам. Target checkpoint. Hide. 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 И вот здесь у нас вот этот триггер, что он делает? Таргет, телепорт, а этот... Сейчас. Здесь, видимо, вот эти вот два триггера, один горизонтальный, второй квадратный. Один из них отбирает все, второй из них телепортирует. Так. Вот этот вот таргет и нет, это у нас... Отбор всего, и он привязан к... Вот так вот сделаю. Да. То есть у нас отбор всего происходит в триггере вот в этом квадратном. Вот в этом. То есть если в него зайти, вас отберут оружие. А если сбоку вот так вот вот это зацепить, то ничего не отберут. Сейчас я вернусь. Вот. Интересно, значит, так обходится, да? Да. Там можно обойти триггер отбора оружия. Вот. Ну что ж, дальше переходим. Хейз, Россия. Почти как Мейз, но Хейз. Да. Посмотрим, плей. 25,6, быстрее на 2 секунды. Ну вот разрывы все, ты заметил, да? Больше, чем секунды. Секунда, полторы, две секунды. Он заскинул классно уголок. Пол неплохо пострелял. Так звучит. Вполне плохо пострелял. Тоже успел его. Рокеты неплохо используют. Залетел сразу до телепорта. Ну тут правда. Потерял много, потому что пешком ходил. Можно было хотя бы прыжком, даже не тильджампом, а просто прыжком, и то было бы быстрее. Ну, набирать как бы скорость. Вот, ладно, дальше демка. Мягкий пуз, 24,3, быстрее еще на 1,3. Посмотрим, плей. Да, такие молодцы у нас ребята-то. Конкуренция-то растет. Воу, ракеты от всего, что можно. Без 2х просто прилетел. Пол тоже. Да, пол тоже хорошо пострелял. Использовал два раза квад. Да, стрелял от... Рокет вперед. Ну, наперед даже стрелял. Вот, прилетел в телепорт. Вот он прыгнул, и то больше финиш. Скорости набрал. Да, и финиш классно зацепил. Да. Ну, хорош, прям заслуженно. Заслуженное топ. Заслуженный топ 7. А, мы пропустили человека.
Да? Хулиган А, хули... 24.4. Ладно. Давай, да, Он на хулиган. 0.1 медленнее, но сейчас мы его посмотрим. Подожди. Да, сейчас Да-да-да. 24.4. Play. А я посмотрел, вот там 24 секунды, значит, основная борьба на 24 секундах вся происходила. Потому Демп что онлайн. это видимо, средний... У Да, нас да. стрелял две ракеты вперед. Движение полторы, но только одну из них словил или даже меньше. Не стрелял, потому что ракеты быстро летят. Себе, по-моему, не получится их нормально наперед запустить. Вот, нормально вылетел с и финиш. Финиш немножко медленно, конечно, получился, но... Ну, то что, неплохо, очень даже хорошо. Но у Пузика, короче, хоть и на сотку быстрее, но демка как-то она такая поживее, да? Как будто такая почетче все выполнено. Ну, возможно, из-за того, что времени больше потратил на прохождение. Не знаю, может быть. Ладно, переходим дальше. Dream. Быстрее на 0.3. На 0.2 даже, чем мягкий пуз. Посмотрим, play. Небольшой разрыв. Все тут Да, укладываются. ну вот средний скилл 24 как раз секунд. Там скилл рекорд, Стенку но это стрелял, уже ничего. словил их правильно. О, это было очень классно. Во, он на этот вверх еще стрелял. Воу, вообще ништяк. ХП Дабл уже нет. джамп надо было делать, Вот, он да, вот споткнулся. так и сделаем. Подобрал рокет. И на финиш тоже неплохо залетел. Да. Странно, что вот казалось бы, да, так быстро, а всего на сотку как-то быстрее, чем мягкий пуст. Ну, не знаю, по мне так как будто 23 должно было быть. Так, из Тфу, Латвия, есть два. Посмотрим, 24.0 быстрее на 0.1, play. Значит, сейчас посмотрим демку. Быстрый ракет пролетал. Пол тоже неплохо выстрелил. Он стрелял. Почему, интересно, все в пол стреляют? Неужели так очевидно, что нужно стрелять именно в пол на этой Ну, карте? куда Мне еще? интересно просто, ну, стены рядом Там есть. неудобно, мне кажется. Хотя, если еще прыгать надо, пол просто развернулся, стреляешь. Тоже использовал там под себяшку, в принципе, неплохо. Очень даже быстро пройдено. Очень странно тоже для меня, что почему 24 и 0, а не быстрее. Ну, он уже джампад использовал. Это из-за джампада все медленно такое А, происходит. да, точно. Следующая демка 22.6. ZQN из Белоруссии прислал. Посмотрим, play. Быстрее на 1,4 уже. Да. На полторы секунды. А вот он наперед ракет стрелял. Чего Хорош он не стоит. смотрит на меня? Он село как городских ребят. Но он Он, на верхней короче... сразу прыгнул. Я потом расскажу. И, в принципе, хорошо. Пока все хорошо Да, делает. на 2000 почти пролетал. И на Долго в телепорт фин. попадал. Долго в телепорт попадал, да, и финиш достаточно хорошо сделал. Написал он, видишь, как это, видишь, что написал, когда стартовал. Открой консоль. Вон село как Село городских ребят. Это из Беларуси села. молодечно-то это у него было подписано, а это я, видимо, как-то сказал, он как село городских ребят. И прикол-то в чем, он мне потом написал ВКонтакте, это не село, это он угорнул, это, короче, там центральный, там что-то город, Ну культурная да, столица, что-то что-то такое. делать. Ну, в общем, ладно. Так, следующая демка. Роди, топ-3. Топ-3? Да, топ-3. Топ-3, да. Да, Роди, посмотрим. 21.0 быстрее еще на полторы секунды. Play. Инвалидный потом будем смотреть, да. Ну да, в принципе, да.
Пролетал, в принципе, неплохо. Использовал джампад, запрыгнул на него. Ух ты, зацепил триггер, я думал, проскочил мимо. Да-да, я тоже так смотрю. 2200 пролетал. И финиш. Неплохо, в принципе, пройдено. Ну да, достаточно быстро, 21.0. Mm. К сравнению, я видел демку, по-моему, агрессора. Где-то я находил демку агрессора 21.3, который mm-hmm. без джампада проходил. Без джампада. А Роди сделал с джампадом 21.0. Mm-hmm. Вот что интересно. Что ж, топ-2. Овчаркин. 18.4 демка. Топ-2, поздравляю тебя. Да, поздравляю. Не, я, конечно, понимаю, что нагорчен, что не топ-1, но... Куда деваться? Да. Ну, посмотрим. Плей. 18.4. Ну, мне интересно, на самом деле, как он прошел. Да, реально интересно. Он меня вроде как обошел на 0.6. Демка тоже записана в онлайне. Делал... Ну, как ты, кстати, почти, да, все. А, он с мешка запрыгивал. Брал рокет, да. Так вот, так. Ой, успел три рокета. Воу, как он зацепил. И финиш. У него относительно меня аж плюс 0.9 было сделано. Но... Относительно моего онлайна, он там... Да, ну, не особо где-то плюсы прям. Там идти, но тоже так. Поздравляем. Топ-2. Ну что ж, демка топ-1 от Вуди за 16.2. Быстрее на 2 секунды. Сейчас давай смотреть. Плей. Давай посмотрим. Ну, короче, 15 надо. По-любому. Ну, я понимаю. У меня тут очень старт медленный. Как хватало, чтобы все это сделать. И зацепил финиш. Ну чё, круто! Офигенно пройдено. Так, давай поставлю таймскейл. Таймскейл 0.5. Как обычно. Да. Play. Что можно сказать? Ты сам можешь что-нибудь про эту домку сказать? Я да, надо быстрее. Ну, старт, в общем-то, из-за того, что я делал рокет для вертикальной скорости, вот который после воды. Ну да, то есть 1800, но я видел там, ты на 2200 где-то делал. Да, 2200 где-то делал. 6 бафагинок заезжал, рокет от стены, рокет от этой вот бортика. Ну, рокет у меня здесь хорошо получился. Забыл джамп от стенки, проскочил, но и доскочил до потолка перед входом. Вот. Выпрыг тоже вроде получился и на финиш хорошо зацепил. Да, ну вроде все хорошо. Начало и БФГУ можно побыстрее, в общем. Но я делал, ловил плюс 500, плюс 300, как, ну вот такие вот. Я просто не успел добрать. Так, ну что ж. Поздравляем, топ-1! Спасибо. Да. Ну что, переходим к инвалидным демкам. Их две, получается. Я свою просто потом добавил, чтобы просто дорожку посмотреть. Демка от Дмитрия, Белоруссия, Минск. Я не знаю, что там инвалидного. ДМ-67. У него версия кваки какая-то старая. Ой, вообще древняя. Ну, давай глянем. Play. Ну... Чувак, обнови ДФ, скачай последний. Ой, версия дефрага? Да-да-да. Таймскейл не включил. Таймскейл 1. Еще раз, демос. Ты поменял, да? Да-да-да. Плей. Ты смотри на версию дефрага-то. 1.91.25 это новая. Дефрага моей, как главное, старый. А что это? Дефраг новый. Стадия очень даже быстро пройдена. Да, использовал два раза квад. Соскочил, немножко скорости потерял. Даже не то, что немножко.
Мог там еще роги. И финиш, как раз зацепил. Ай, еле-еле добрался. Да. Ну, обнови квейк, короче, братан. Апдейт нужен. Так, ну и что, у меня демка за 19.0, посмотрим, плей. Вне дедлайна Enter послал. Ну, что поделать. Устал он жить, по-моему. Вот дорожка дорогая. Вот здесь я стрелял, в принципе, Рокета наперед. Ну, Рокет наперед тоже красиво. Ну, немножко таймил его, да, все равно. Ну, чуть-чуть там совсем. От потолка брал Рокет. Воу-воу-воу. Тут скорость класс. Маленькая, но, блин. Не-не, классно. Ну, как залетел, чтобы еще четко выстрелить. И финиш, в принципе, тоже хорошо. Финиш классно зацепил. Вот, ну, в принципе, вот они все демки, которые мы хотели показать. Так, теперь свичимся на браузер. Браузер, вот он браузер. Здесь мы можем посмотреть демки, результаты компетишена, которые были, которые есть. На данный момент уже идет, как называется? Nick Summer Cup. Да, Nick Summer Cup 2017, который, ну, в общем, на такой карте интересный. Ну, с кучей оружия, с кучей всего. Можете прислать демки. По поводу вот этих, которые мы сейчас сделали обзор, кто хочет, может заходить на сайт Defrag.ru, и здесь, может, в принципе, вот ссылка есть. Так, что еще? Вот, будем ждать вас, ваших демок на другие компетишны. Присылайте, шлите. Да, присылайте, участвуйте, не забывайте обновлять Quake. Ну, реально тут написано старая версия Quake 3. Quake 3 Exe. То есть я понимаю, так понимаю, что он через не через экзешник какой-то дефрагерский заходил, а Quake, моды тыкнул, дефраг. Ну, может быть, но что поделать. Ну, да. Да. Ну, я думаю, в следующий раз он учтет это и обновит его. Да, ну, в любом случае, если что, пиши нам на стрим, либо куда-то в комментарии, мы с тобой свяжемся, поможем. Вот. Что. Ну, что ж, всем всего хорошего тогда. Всем, наверное, удачи. Да, всем спасибо. Всем пока. Пока.